занимаешь любовью. И смотрю на совокупляющиеся тела в поисках жизни, жажде тепла. 200 горящих от бешенства глаз кричат: люби нас или убей, раз или два или тысячу раз. Губы считают удары плетей. Комната залита кровью. Я занимаюсь любовью. Новыми телами с каждой вашей любовью будут отдаваться вновь их кровь. Пропитает вам губы миллионом тысяч поцелуев. Она придет в батареи по трубам и будет греть ваши дома и комнаты, залиты кровью. Я занимаюсь любовью. Масса как-то уже собралась. Здравствуй, Костя. Давай, мочи. В России проходили ролевые игры. Мне кажется, они каждую ночь проходят. Вообще, Он медсестра, она... Почему она? А Глеб он у нас больной. Глеб больной, это понятно, если голову. А то, что ты медсестра, не все еще знали. Участвовал ли ты в них? То и как это происходит? С уважением, мама юного орка. Ну что ж. Скажи честно, кем ты был? Я был эльфом. И звали меня Гилдер, если это интересно. Трясся на деревянных мечах, надеюсь? Да, я участвовал в ролевых играх, на самом деле. Я был толкинистом какое-то время назад. И потом все это перешло, в боевое фехтование. Стал драться на железных мечах, носить там всякие кольчуги и так далее. Это происходит очень круто. До сих пор носит. Да почему он такой мощный? Мощный? Дрыщ, в смысле? Дрыщ. В общем, смело отпускайте вашего сына. Ну, просто на пианино.